Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, заберем награды. Я смотрю, меня скинули до Лиги мастеров 2 звезды, скорее всего. Сейчас проверим. Ну, по-моему, так оно и есть. Точно. И 36 ранг. Вот такие вот пироги. Так, давай-ка мы, наверное, чуть-чуть попозже. Вначале заберем все наши награды, которые мы можем забрать. Ежедневки сделаем, да, и тому подобное. Так, задание. Пройдем серию испытаний. Так, берем раз, два, три. Так, подожди. Возьму Лео и Майки. Почему? Потому что, ну хотя бы давай залечим в команду-то, ё-моё, я уже сколько раз говорю об этом, и все никак у меня не получается. Надеюсь, у Леонардо... А, во, во, Майки. Нормально. Ну что же, Микеланджело всех вылечил, словно доктор Айболит. Минус Бакстер. Так, Грибок тоже в минус. Ну что такое, ну... Что он там защиту себе поставил? А, не, он хильнулся. Но это ему не поможет, понятное дело. Ну что, вторая волна. Давай-ка какой-нибудь Масухи нет, к сожалению. А пробивным сможешь Хана валить? Конечно же. Опа. Кубарем покатился. Ну давай сделаем массовую атаку, фиг с ним. Все. Тут мы прошли. Причем у крокодила вот эти вот... Они даже не остренькие, а какие-то, я не знаю, неестественные у него идут чешуйки. Гребень этот состоящий. Как будто его просто приклеили. Ну что, теперь нам нужно пойти на Микеланджело. И начинать, опять же, его прокачивать. До 6-й ступени нам не хватает 7 вот этих вот номеров. Поехали. Один. Так, второй номер. Два номера нашли. Третий. Четвертый. Четвертый, говорю. Пятый. Шестой и последний. Находим и прокачиваемся. Седьмой, все. Мутагена хватит? Хватит. Да что ты делаешь-то? Ну, ребята, до 6-й ступеньки прокачались. А то есть, что посеешь, что и пожнешь. А здесь, блин, здесь нам нужно 10 катушек с пленкой. Но я, по-моему, уже задание выполнил. Это будем в следующих сериях тогда дальше искать. Да, и поднять уровень персонажа. Мутагена у нас мало. Хватит ли мне на Лео, например? Даже сюда не хватает. Ну что же, тогда все предельно ясно. Заходим. Так, подожди-ка, у нас учитель Сплинтер и черепашки платиновые. Давай-ка я для начала, наверное, черепашки платиновые попробую пройти. Да, в принципе, это должно быть на изи. Довольно хорошие бойцы у нас тут. Три волны я поставлю даже на автобой и посмотрим. Хотя они начинают с 70 уровня. Что он там делает? Ага, усиливает себе атаку. Ваня, ну нафига ты опять вот это... Он один, он взял, достал пулемет и расстрелял. На одного. Зэк, а ты вместо... Да вы что делаете-то, блин? Зэк пинается, этот хил ставит. Зачем вы это все делаете? Крэнк, неужели ты решил Масуху? Молодец, красавчик. Давно бы так. А то эти что-то какой-то ерундой занимаются просто. Стоп, 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 стоп. Майки 70 уровня, надо его попробовать бомбануть в первую очередь. Так, не получилось. Хотя, постой. Замечательно. Вырубили мы их. Ну что ж, прекрасно. Снаряжение черепашки мы забираем и переходим на следующий поединок. Тут уже 80 уровень. Соответственно, будет посложнее чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, бросим бомбочку под ноги. Так, минус дрон. Теперь вот этих. Готов, хлопчик. Так, ну что ты там собрался? Опять же, из задницы стрелять. На. Ролевые черепашки. Ну, кто готов Масуху сделать? Ты? Давай, Ваня.
Красавчик. Наверное, давай Донни, наверное, вырубим. Чтобы не хилял он тут Шреддер. И остается Рафаэль. Молодец. Так, и последняя, третья волна. Черепашки видения. На тебе. Шипы, конечно же. Что тут думать? У всех постепенный урон. Давай вот так вот сделаем. Ракетами. Блин, ты посмотри. Выжил же, а? Донателло, видение-то. Ну, он априори сам по себе, ребята, провокатор, танк, поэтому ему суждено было выжить. Так, и последний эпизод, третий. Блин, 90 уровень уже. Ладно, благо у нас зэк имеет 96-й, то есть небольшой запасик он имеет у нас, да? Стоит ли бросать меня? Наверное, не стоит. Попробуем так запинать. Потому что нам пригодятся еще вот эти вот супер, так сказать, удары наши. А почему у него висел постепенный урон? Почему? А, у него же контратака. Твою налево. Я думаю, как вот так не получил урона, а начал делать движухи какие-то. Так, классика. Ну, на классику давай, наверное, вызовем маузеров. И пулеметную дробь от Ваньки Стиранка. Да ты посмотри, Рафаэль оборзевший, а? И последняя волна. Здесь у нас, по-моему, должны быть оригиналы. Черепашки-оригиналы. Сделаем так. На всякий случай. Поехали. Ну-ка, Крэнк, прояви всю мощь своего суперудара. Замечательная мощь. Ай, красота. Даже глазом, ребята, не моргнул. Разнесли в пух и прах. Ну, ты только что все это видел. И опять же снаряжение черепашки. А вот теперь тут можно нормально пофармить. 30 жетонов. Поехали. Вот, сразу же жетончики нам падают. 6 долларов. Капну снаряжение эксперт, которое я ищу. Поехали теперь здесь. Жетончики. Снаряжение эксперт. Шикарно. Да ладно, серьезно. И прям ребята в ноль ушли. Замечательно, все вот эти снаряжения эксперт нашли. Классно. Так, ну что, сыр мы потратили, у нас его нету. Это, конечно, откатики нам пригодятся. Ну что, ребят, пойдем на турнирную арену. Будем продвигаться к топчику. Иначе нам никак тут быстренько не прорваться. Так, Армагон, например, пойдет у меня. Армагон с Донателло. Как думаешь, нормально будет? В принципе, должно прокатить. Единственное, я вот не помню. Инициатива у Донателло очень, по-моему, плохая. Да нет, нормальная инициатива. Все пучком. Разобрали и даже не поморщились. Так что двигаемся дальше. Вполне комфортно идем. Так, какое место? С 36-го на 5 ступенек все пролетели. Вы что, серьезно? Всего 5 ступенек. Что-то как-то... Ну, не нравится мне такой расклад. 5 ступенек. Хоть бы десятку давали бы. Что пяток-то всего лишь? Давай, наверное, уклоняху поставим для начала. Так, плюс вертушка от Лео. Главное, чтобы морзилка упала. Твою налево, она не упала. Надо ее будет тогда добивать. Иначе она хильнет всю команду. Плюс возьмем провокацию на Рафаэля. И... Криса Брэдфорда шлепнем. Ну-ка, Раф. Блин, они тоже не дурочки. Начинают с массовых атак. Тебе крышка, да? Нет. Ему не крышка. Так, минус Рафаэль. И вот теперь уже минус Донателло.
Так, я смотрел, там у нас была 30-я позиция. 31-я. Ну вот, 21-я, ребята. Сейчас нормально все, 10 ступенек. А то начинает мне там кочеврижиться. В общем, возьму я Кренга и возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Попробуем сейчас тут по Шурику. Главное, чтобы вот этого Майки и вот этого тоже ушатать. Постепенка почти на всех. Ну, давай добивать. Причем, ты видел, сразу должны были ходить два Микеланджело. Но так как на них был постепенный урон, они сразу отдуплились. А если бы не было бы, они бы начали бы здесь, наверное, психовать. Ну что, 11-ю дадите мне? 10-ю. О, как. И опять начинаю... Вот. Только хотел поругать. Слушай, ну это же... Блин, я вот не знаю. Ладно, мы сделаем тогда... Не пойдем там в самый конец. Давай вот так вот сделаем. Надеюсь, выживут они хоть. Потому что боксер Стокман, он слишком ленивый. Он слишком ленивый и медленный. Если, например, сейчас будет... Блин. О, куда они хотят бомбануть? А зашибись. Что делать-то? Бомбить или брать провока... Давай бомбить. Да ладно. Ты прикинь. Твою налево. Просто взяли двух бойцов, убрали у меня. Но я тебе говорил, что боксер Стокман, он лентяй. Ты видел, сколько мы пропустили ходов? Сколько после кожеголового стали ходить? Да еще до кожеголового начали нам прописывать. Ладно, берем Армагона. Берем Маквана, беру. Раз, два, три. Конечно, неприятно, ребят. Конечно, неприятно, когда у тебя бойцы падают. Причем при каких-то там щеглах. Без роду, без имени, блин. Да ты у... Ты упырь, ты... Я офигею, блин. Макман, ну ты че, блин, взял просто инициативу, передал и все, ребят. Достаточно было этому говнюку просто... И не перешли даже в лигу всю, мастеров 3 звезды. Нормально. Нормально мы играем, я тебе скажу. Просто надхватывали по полной программе. Просто надхватывали по полной программе сегодня. Буст называется. Давай расстреливай уже их там всех. Блин, как-то неприятно даже, а? Ну что, Лига Мастеров 3 звезды. 91-я позиция. Ай, поехали. Армагон плюс Крэнк. Ну что, давай наяривать. Начнем с камушка, с валуна. Ну а дальше, соответственно, добиваем. Все по красоте. Так, мне нужно посмотреть, какое место нам сейчас дадут. Давай 81-е. Вот, на 11 ступенек пролетаем, отлично. Так, возьмем, наверное, вот этих вот. Блин, у меня откатов-то, кстати, не так уж и много осталось. Армагон плюс Зек. Что скажешь? Справится? Я вижу, там Микеланджело, конечно, есть. Вот он. Любитель, короче, снимать дебафы. Ну-ка, Армагон, проверим тебя на вшивость. Проверку прошел. Не подкачал. Одного волна было достаточно, чтобы разнести их. 69-е место. 16, ребята, откатов. То есть 8 поединков у нас еще впереди.
Попробуем. 8 поединков. До полтинника мы еще не добрались, да? Это до полтинника, после полтинника 5 боев, грубо говоря. И еще до него. Слушай, ну должно хватить у нас. На худой конец, конечно, у нас еще есть откаты за рекламу. Я их не смотрел сегодня. Так, и день недели, по-моему, сегодня суббота, насколько я помню, да? Суббота. Завтра будет уже воскресенье и понедельник. В понедельник у нас новый персонаж в платиновый ранг будет переходить. Так, Лига Мастеров, давай этих, наверное, возьмем. Так, Армагон плюс Лео. Ага, тут Карайка. Стоп, ребята. Мы знаем эту Карайку. Она как раз будет после Армагона, да, ходить? А, она даже быстрее его ходить начала. То есть, представляешь, у нее на 79 уровне инициатива круче, чем у моих бойцов, кого-либо взятых. Вот такая вот штука. Ну, давай 40-е. Ой, 48-е. 49-е, блин, тут немножко подзадержались мы. Нет, ну Армагона одного отправлять — это бред. Давай вот так вот сделаем. Раз, два, три. Ну сколько у нас получается еще? Ну, грубо говоря, 5 поединков, ребят. Грубо говоря. Я думаю, успеем все-таки. Замечательно. Получили свой шкворень, да? Ну что, 49-е будет 39-е, надеюсь. 38-е. Так, опять же Армагон. Возьмем Крэнга здесь. Раз, два, три. Вот ты представляешь, 79-й уровень как меня порой разбирает. А что было бы, если бы противник был бы 100-го уровня? Мне кажется, будь даже у меня бойцы 100-го уровня, и если бы я дрался бы против врага 100-го уровня, нас бы раскромсали бы только шорох бы, и даже пикнуть бы не успел бы. Поэтому, наверное, ребята, и хорошо, что максимальный уровень здесь 79-й. Или они просто-напросто не успели сделать по обновлению на 100-й уровень. Ну что, 28-е? 27-е. Слушай, 11 ступенек мы все время перепрыгиваем. Это хорошо. Возьму вот эту вот команду. Сделаем. Да, я хочу Усаги откатить. Раз, два, три. Усаги плюс Крэнк. Должна быть хорошая комба. Но опять же, зависит, сколько сейчас Усаги. В принципе, нормально. Он на всех повесил постепенный урон. Даже если кого-то мы не прихлопнем, то постепенный урон прихлопнет. Но это маловероятно, потому что с Крэнгом, как говорится, шутки плохи. Ну что, давайте мне тогда 17-ю позицию. Два боя. Всего лишь два поединка, ребята, остаются у нас. Я возьму так и возьму вот так. Два злодея. Крэнк и Супер Шреддер. Ну что, мочканем? Давай-давай, потирай там свои лапки. Крэнк лапочник. Все. Тем лучше для нас, тем хуже для врагов. Так, ну что, получается, 6-я или 5-я позиция. Угу. И последний поединочек. Слушай, и откатов у нас хватило, все норм. И даже еще бойцов очень много. Так сказать, излишки. Ну что, поехали, валунчиком сейчас. Что ты, ну что ты делаешь, а?
79 уровень имеет право, да? А я также имею право вас быстренько уничтожить. Все. Прекрасно. Ну что, ребята, забираемся в топчик, да? Конечно же. Сейчас прикидку, хоп, на двоечке чик, становился. Так, мутагена сколько? Покажите мне, пожалуйста. 23 тысячи. Опять же не хватит, по-моему, да, на майке. А, на майке хватит. На зэка не хватит. На зэка не хватит. Ну ладно, хотя бы так. Здесь у нас все потрачено. 610, ребята, уже жетонов. То есть, получается, нужно 830. Это будет у нас 77 ДНК. Блин, я вот не помню, где у нас маузеры. Они не здесь, случайно? Не в этом испытании маузеры фармятся? Нет, по-моему, там у саги техника, да? Вроде бы там. Ну что, дорогие друзья, тогда на этом я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.